Приключения смерти. Агент Лошкович, я из кружка Крейсау. Идемте со мной. Здесь вас могут обнаружить. Вокзал находится в режиме полной боеготовности. На колени! Мэн! Где Янки? Я не понимаю, о чем вы говорите. Брат, вижу информатора. Где он? Был ли Янки в поезде? Я не знаю. Подождите, я! Нет! Но кружок Крейсау опередил нас. Мое подразделение продолжит поиски здесь. Вот и все. Теперь можно идти дальше. Агент Блажкович, меня зовут Эрик Энгле. Я член кружка Крейсау. Давайте сразу на «ты». Слушай, у нас мало времени. Нацисты обыскивают станцию. Они откуда-то узнали, что ты здесь. Но мы пока не можем уйти. Сложилась уникальная ситуация. На первой платформе стоит поезд отдела спецопераций, в котором находится экспериментальное оружие. Я слышал, ты хочешь навести здесь шороху. Так хватай оружие со стола из отдела. А когда будешь в городе, сможешь пополнить боеприпасы и достать лучшее оружие на черном рынке. Я отметил его местонахождение на карте. Гуд, друг мой. Теперь идем. Поезд отдела спецопераций нас ждать не будет. Патруль идет. Это здание уже обыскивали? Не знаю. Тогда проверь его. Сегодня ожидается прибытие спецпоезда, везущего бесценный груз, который не должен никоим образом пострадать. Я настаиваю на введении жестких мер безопасности, в том числе удвоение охраны на всех контрольных пунктах. Кроме того, следует разместить на пути следования груза тяжелое оружие. Имейте в виду, если оборудование будет повреждено, конец придет не только вашей карьере. Не показывайся им на глаза. Тихо. Слишком темно. Янки здесь. Вперед! В ближайшие дни из Берлина с инспекцией прибудет очень важное высокопоставленное лицо. Необходимо предоставить ему полный доступ ко всем базам и экспериментальным объектам в городе. Если данному лицу будет причинен вред, те, кому было поручено его охранять, будут допрошены, осуждены и казнены. Бросай гранату и идем. Вперед! Не останавливаться! Отлично, пошли! Испугался Янки. Пожали! Посмотрим, какой ты подрывник, Виджей. Взорви запертую дверь. Ложись! Сейчас рванем! Зайзен! Прикрытие! Все вперед! Продолжать стрельбу!
Отлично! Пошли! Пошли! Назад! В атаку! Не дайте им загнать вас в угол! Все в укрытие! Вчера в нашу лабораторию прибыла партия весьма хрупкого оборудования в поврежденном состоянии. Оборудование было испорчено из-за нарушения условий транспортировки. В будущем прошу вас следить за тем, чтобы ваши люди обращались с поставками для проекта «Нахтзона» с чрезвычайной осторожностью.
Давайте им забрать вас в угол! Готовим Б-42! Биджей, ты должен прикрывать нас с помощью Б-42! Граната, бежим! Команда, отступление! Биджей, ты должен прикрывать нас с помощью Б-42! Биджей, ты должен прикрывать нас с помощью Б-42! Испугался Янки! Биджей, ты должен прикрывать нас с помощью МГ-42! Продолжать стрельбу! Он ранен, но я его вылечу. Встретимся на явке кружка Грейсау. Ее местонахождение есть на твоей карте. Thank you.
Агент Блажкович, следуйте за мной. На вокзале я встретился с Эриком Энгли из кружка Крисау. Нацисты каким-то образом узнали о нашей встрече, видимо. В ряды сопротивления затесался Крот. Уходя от преследования, мы уничтожили поезд отдела спецопераций. Он перевозил странные боеприпасы, при взрыве которых пропадала гравитация. Все предметы взмывали к потолку. Без сомнения, все это имеет какое-то отношение к генералу Цетти и тулийскому медальону. Надеюсь, Каролина Беккер сможет рассказать мне больше. Здравствуйте, агент Блажкович. Я из кружка Крейсау. Я покажу вам город. Вот карта исторического центра Айзенштадта. Я отметил на ней самые важные области и буду вносить дополнения по мере необходимости. Запоминайте все необычное, что увидите по ходу операции, чтобы потом сообщить об этом нам. Пожалуйста, собирайте также все документы, которые найдете. Карты, приказы и чертежи. Торговцы черного рынка работают по всему городу. Я отметил некоторые точки на вашей карте. Там вы сможете купить боеприпасы и улучшить оружие. Вы увидите, что ваш журнал – бесценный инструмент. Почаще заглядывайте в него. Вам наверняка нужно пополнить боезапас после схватки на вокзале. Идемте, я отведу вас к торговцу черного рынка. Он тут недалеко. Потом пойдем к Каролине. Торговцы черного рынка за этой дверью. Входите и поговорите с ними. Затем я отведу вас на явку кружка Крейсау. Похож на американца. Отлично сработано, братец. Мне бы не пришло в голову красть оружие из одного поезда, пока наци тушат другой. Хочешь совершить покупку? Вот и все.